первая пятиэтажка, которую построили, когда еще город городом не был. Это вот оранжевая. Потом вот там белая, которая. Мы ее уже прошли. Ну вот сейчас вот сюда зайдем. Мне надо денежку снять, чтобы купить лекарства. Это Лабытнанский торговый дом. Сейчас зайдем. Солнце уже село. Темнеть сейчас будет. Ну вот, ребят, деньги сняла. Пойду за лекарством. Пойдем дальше. Еще елка до сих пор стоит. Не убрали. Ну, наверное, в конце февраля уберут, скорее всего. Вот, идем, уже подходим к аптеке. Вон аптека центральная. Здесь тоже Лабытнанский торговый центр написан. Вот аптека, пришли. Ну все, сходила в аптеку, купила лекарства вот в пакете. Отдала 3 230. Вот такая елочка. Тут вот такой шарик, я не знаю, кто это. Привет. Лекарства дорогие. Все вместе вышло у меня там таблетки взяла, суспензии, сироп, в нос брызгать. Все у меня вышло 320. Так что вот такие вот дела. Дорого, короче, у нас. Сейчас сами знаете, с этой эпидемией, то коронавирус, то какой-то микрон. Лучше не болеть. Считаю то, что сегодня лучше мне не надо было выходить. Что-то я замерзаю, походу у меня температура.